Привет. В этом ролике мы с вами поговорим, какие вообще NFT покупать в 2022 году и как вообще их сравнивать и за счет чего одна картинка уникальнее другой. Сейчас существует множество объективных причин для покупки NFT. То есть это эстетика, эмоциональный резонанс, социальная ценность. Как и в случае со всеми ценными предметами, редкость также играет важную роль. У каждого NFT есть свой ограниченный запас, также специфические качества, то есть это метаданные. Не все как раз-таки токены одинаковые, поэтому ключевым фактором при оценке невзаимозаменяемых токенов являются метаданные. Они являются источником свойств цифрового актива, поэтому большинство токенов ERC-721, такая сеть, обладает стандартизированным набором метаданных. То есть они используются для отображения имени, описания, изображения цифрового актива и в процессе уже размещаются на межпланетной файловой системе IPFS. Вы можете посмотреть метаданные NFT непосредственно в смарт-контракте или на торговой площадке, например, на такой, как вот на данном видео, это OpenSea. То есть вы можете перейти в любой объект, например, и мы увидим вкладку Properties, да, возьмем, например, пингвин, да, из этой коллекции. Что мы видим? У нас фон, это у нас пляж, да, фон пляж. Дальше у нас идет тело, такой вот ананасик такой вот у нас. Соответственно, он тоже показывает 0,01%, да, уникальности. Лицо у нас, ну, обычное. Голова у нас шапка из ананаса получается. Вот. И кожа у нас темная, heavy blue. Кожа у нас такая прям нежная такая, да? И она тоже на 0,5%. То есть чем реже встречается данная коллекция персонажей с похожими свойствами, тем они ценнее. Проценты скобках указывают на совпадение как раз данной черты у других пингвинов. Далее у нас есть еще такая NFT, как Merge, созданная художником Паком, является самым дорогим из когда-либо проданных цифровых активов вообще на самом деле. Его цена составляет 91,8 миллионов долларов. То есть около 30 тысяч человек объединились в декабре 2021 года, чтобы выкупить данную NFT. То есть это такая вот The Merge, как будто это Луна, только в разных обличиях. Вот тут мы видим такая целая коллекция. Вроде бы одинаково, да, но она пользуется как раз. Посмотрим, она стоит 850 долларов здесь есть. Кто-то уже вот покупал, тоже мы видим. Соответственно, можете также посмотреть. Какие вообще NFT покупать в 2022 году? И первое на списке это будет Invisible Friends. Invisible Friends, грядущий проект NFT 2022 года, от Random Character Collective, основанный на блокчейне Ethereum. То есть это 5000 токенов, будет откачано на официальном, отчеканено на официальном сайте. То есть 23 февраля 2022 года и выпущенные продажи по цене 0,25 эфиров они были. Соответственно, сообщество, да, что они будут быстро расти. То есть это такие вот Invisible Friends, такая подвижная NFT. Она стоит вот 5 эфиров, это 14 тысяч долларов. Поэтому, как мы видим, пользуется спросом. Также вы можете тут посмотреть фон, соответственно, и другие характеристики, по которым она может отличаться, и также сравнивать с другими. Следующий у нас идет криптопанки. Соответственно, самая известная была основана в 2017 году как первая незаменяемая инициатива Ethereum. Каждый панк был создан с помощью алгоритма, а общее количество предметов коллекционирования было установлено на уровне 10 тысяч штук. Человеческий панк является наиболее распространенными, но
наиболее существуют и другие виды. Инопланетные, обезьяны, зомби. Как раз на аукционе Alien Punks они ушли более чем за 8 миллионов долларов. Также вы можете увидеть properties, характеристики и посмотреть цену данного криптопанка. Вот 66 эфиров, это у нас получается, вот они продали эту NFT. Как мы видим, вот она выросла в цене с 17 года по 24 августа 2021. С аукциона она уже, получается, ушла. Вот за 500 эфиров тоже выросла. Поэтому также вы можете посмотреть, какие они еще были. Вот еще, то есть очень перспективная была NFT-шка. Она и сейчас является. Следующая у нас из перспективных — это Bored Up Yacht. И, соответственно, вы можете тоже посмотреть Yacht Club. То есть они используют NFT в качестве онлайн-аватаров, подобно CryptoPunks. Проект предлагает мультяшных обезьян различного рода редкости, самые доступные объекты по качеству и редкости. И по состоянию на март 2022 года стоит около 6 эфиров. Как мы видим, вот даже есть за 30 эфиров. Их можно было в январе приобрести за 1 эфир. То есть это делает данный проект одним из самых быстрорастущих в NFT-бизнесе. Вот мы видим, да, 15 тысяч долларов стоит. Аукцион заканчивается 27 июня. Поэтому они известны также как BAYC. Далее идут у нас Pudgy Penguins. То, что мы уже рассматривали. Тоже такие пингвинчики. Вы их также можете себе приобрести в коллекцию. Они будут расти в этом году. То есть всего лишь за 7 дней цена на этих милых пингвинчиков взлетела всего как раз-таки на десятки раз даже. То есть проект выпустил 8 тысяч пухлых пингвинов. Согласно легенде, каждый из них является официальным членом сообщества пухлых пингвинов, живущих в очень молодой арктической части метавселенной. То есть Pudgy Penguins в тренде,